Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Сережа и вся его семья. Ладно, я шучу. Всем привет, друзья. Вы на канале Розы от Сережи. Сегодня с нами великолепная, сногсшибательная Иришечка. Что ты меня смущаешь? И ее неповторимые работы, конечно. Даже не пытайтесь их повторить. Вы все равно не научитесь. Не смотрите это видео. Ладно, шучу, друзья. Все хорошо, все отлично. Немножко выбила из колеи нас болезнь. Эти последнее время эти вирусы, я не знаю, кто их там запускает, это все Байдена проделки, наверное. Я буду писать апелляцию в Международный суд по правам человека. Меня это не устраивает в корне, так что присоединяйтесь к моей апелляции, если кто-то тоже не любит болеть всякими засланными вирусами. Апелляция будет на моем сайте. Ладно, что это? Я ничего не понял. Я сам ничего не понял. Может, сначала, кисуха, какая-то хрень, по-моему, нет? Давай. Я уже его почти сделала. Да? Ну, то и не будем тогда. Ну, так давай, если хочешь такого похожего. А, не. Мне, в принципе, все устраивает, друзья. Хотелось только сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас очень весело. Всегда, как сегодня, видите. И, конечно же, нам... Отвык, да. Ирина Федоровна нам сейчас расскажет, что она делает. Так, ну что я делаю? Букет я делаю из матиолы, из дельфиниума, из статицы. Обожаю такую статицу. Когда вижу на свободной продаже такую, такого цвета статицу, у меня просто, как, знаешь, как у этого мышей сыр. Ага. Мышь Рокки. Ну, в общем, люблю. Очень красивый цвет. Она хорошо продается. Мне она очень нравится. Смотри, какой цвет. Какой великолепный. Великолепный цвет. Да? Да. И также великолепны ваши комментарии. Уже тут накопилось. Сейчас Сережа будет их разгребать под ваши аплодисменты, конечно же. Аплодисменты? Ольга Подковырова пишет: зачем народ обманывать, там одна корзина стоит больше. Реально, реально не понимаю, зачем кто-то обманывает народ. Я, все-таки, допустим, серый, видишь, клюют, прости, что перебиваю, думают: о, ничего ж, как это может корзина за 150 рублей русских? Надо глянуть. Не знаю до сих пор, какой курс, поэтому не могу ничего ответить на это. Наталья Шевчук пишет: это для цыганской свадьбы. Ну да. Да, Наташенька, это именно для нее, для цыганской. Ну что там было? Наталья Рубилева: шух-шух-шух, я тоже пошла работать. Удачи вам, ребята, когда улыбаются мужчины, мир становится добрее. Какая красота, спасибо, Наташечка. Хорошего вам дня на вашем рабочем месте. Гульшат Мухамединова пишет: а мне смех нравится. Еще бы, Гульшат, ведь мой смех прекрасен. Спасибо вам большое. Так. Да, я ничего, да. Далее. Алексей Волков: добрый день, спасибо за очередной букет. Ирина, сделайте букет вариант для 8 марта. Самые ходовые 7-9 цветов. Скоро нас ждет такая красота, но время на изготовление букета уж очень ограничено. Все, бегом-бегом. У нас очень пользуются спросом в эти дни кустовая роза, хризантемы кустовые и одноголовые альстромерия. Может, с этим составом нам что-то новое? Ой, я не помню. Я, по-моему, на 8 марта, может, и не заказывала хризантемы. Надо глянуть, потому что, ну... Не захотела заказывать хризантемы. В общем, будем делать скоро варианты. Варианты на 8 марта будем делать, да? Угу. Так что следите. Следите за нами. Если Байден больше не будет свои проделки делать и выводить из строя Сережу, то все будет окей. Так. Галина пишет: красота, трудяжка. Трудяжечка. Спасибо, Галина. Дальше. Анна Тарасенко:
Подскажите, пожалуйста, как вы храните мимозу? Что только не пробовала. Пару дней даже в холодильнике начинает сохнуть. Брали только, правда, отечественную, абхазскую. Если честно, я не знаю, как абхазская будет. Вообще мы абхазскую берем, у нас приходит она в коробках. Это на 8 марта мы обычно берем. Она приходит в пакетах черных, замотанная. И мы часть только какую-то выставляем, а часть обратно туда же. То есть, насколько я знаю, она на сухую лучше хранится. Хранится, когда нету света, не падает свет на нее. В общем, в этом пакете и хранить, и доставать по чуть-чуть. А сейчас нам приходит итальянская мимоза, но с ней проблем нету. Она долго стоит, очень долго. Это вот это, что ли? Ну вот, вот это я не знаю. Абхазская, там ничего не помечено. Абхазская или итальянская. Но, скорее всего, это итальянская будет. Понятно. Но с ней проблем нету. Вы попробуйте на воду ставить, но стебель брать... как сирень, вы знаете, стебель сирени берется, либо кто-то молотком стучит, чтобы раздробить не с веточки, кто-то вот делает накрест, как у гортензии, срез, то есть я обычно так делаю мимозы. И все стоит. Ну, не было у меня проблем с мимозой. Она у меня долго не стояла, на недельку, но она быстро разбиралась, а сейчас посмотрим, как вот это простоит. Держите нас в курсе. Так, далее. Лариса Гончарова. Я работала в цветочном магазине на севере. Я бы не сказала, что это легко. Много подводных камней. Спасибо, спасибо, Лариса. И также Лариса пишет. Салатная — это писк во флористике. Очень шикарную розу такую посадила. А как правильное название? А что с отбитой головой делать? Экибану. Лимонад салатовый? Да, спасибо, Лариса. Все по делу, все конкретно. Удачи вам. Танк пишет, классная озвучка. Спасибо, Танк. То ли еще будет. Еще будет такая вам озвучка, если не Байден. Мария С. Здравствуйте, скажите, пожалуйста. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему вы поставили 6 цветов в букет? О, это где мы 6 цветов в букет? Ага. Опачки. Опачки. Что? Где? Наезд конкретный тут на тебя идет. Ты, пожалуйста, все, извините. Нет, я 6 цветов никогда не поставлю. Извините. Розы, это точно. Там 6 тюльпанов, 6 там хризантем веток. Но если это кустовая роза, я добавляю, допустим, веточку фисташки, то что-то не припомню, что я где-то 6 ставила. Я предлагаю просто извиниться букет. И больше такого не повторится. Олег пишет нам, срезочные розы для букетов практически не пахнут, ведь все ароматные и парфюмные розы быстро осыпаются. Непонятно, что там девушка нюхала. Это какая роза? Ахара сенсация спрей. Да ладно, Ахара всегда пахнет. Вы чего? В общем, Олег, вы чего? Все реально. Знают флористы, вот задайте вопрос. Народ, ответьте человеку, что Ахара пахнет всегда. У нее очень приятный. В общем, аромат. Я все-таки на стороне Олега. В этом случае Олег, я вас поддерживаю. Непонятно, что она там нюхает. И, но вы правы вы в том, что она не стойкая. То есть даже у клиента, то есть если она свежая пришла, на 5 дней постоит и все. Согласна, это не долгостойкий. Не долгостойкий. Ты ж моя хорошая. Галина Лобко. Очень режет слух кисонька. Она без имени, что ли? Между собой называйте как хотите, но для аудитории без фамильярности. Вот так вот. Ничего себе. Ничего себе. Ничего себе. Вот это подстава. От Галины Лобко. От кого? От кого? Вот от Галины Лобко я, честно, такого не ожидал. Такую подставу. Но, Галина, мы, конечно же, прислушаемся к вашим замечаниям и максимально все сделаем четенько. Да, кисонька? Си. Валентина Дубровска. Страмотень пишет. Что тут за стромотень? Не понравилось. Наталья Зам пишет нам. Большое спасибо за науку. Наталья, Киев. Привет огромный в Киев. Лидия Бердышева. Очень красивый букет. Спасибо, Лидия. Алена Ключникова. Сергей, вы молодец. Классное заключение. Спасибо, Аленочка. Вот. Кто, как не вы, похвалите Сереженьку. Спасибо вам большое. Ольга Федорова.
Покажите, как розу вывернуть. Ох, Олечка, уже столько мы показывали эту вывернутую розу, уже аж самого иногда выворачивает от этих вывернутых роз. Ирина Долотова, офигенный, спасибо, это про меня. Виктория, вот это я понимаю флорист. Мне нравится все, что вы делаете, как по мне ваш вкус безупречен. Сама начинаю в этой сфере и понимаю, что на самом деле так мало людей, у которых хотелось бы учиться. Спасибо. Очень приятно. Спасибо, Виктория. Не совсем мы учим, но что знаю, то показываю. Да. Как мы можем учить, если мы сами еще ничего не знаем? Я знаю, что ничего не знаю. Мы тоже учимся. Вот, учимся. Иногда и вы нам даете какие-то дельные советы. Кстати, клево вот так общаться, где-то что-то не знаем, раз тоже у вас спросим. А ты можешь дать дельный совет, как вот на 14 февраля сделать так, чтобы, ну, девочка как бы это самое? Что? Что девочка это самое? Ну, растаяла, ну что, ну что? Ну, слушай, тут понятно, если девушке нравится парень, то она, он даже если одну розу подарит, она ее засушит и будет счастлива. Короче, в другом... Еще в возрасте зависит. В чем зависит? Возраст. И кого какие запросы. Есть девушки, которые только огромные букеты. Есть, как я сказала, девушки, которым достаточно будет одну розу. Оксана Насенко, а синяя это же колючка. Угу. Да, это колючка, рингиум. Оля пишет, все слышно, не надо деньги тратить. Она что, должна орать? Вот, Оля, спасибо. Реально, ну, кто-то хоть позаботился о нашем бюджете. Спасибо вам огромное. Реально, мне тоже кажется, все слышно. Не нужны никакие микрофоны. Но я напоминаю, что мы все же будем покупать микрофон. Когда у нас будет 100 тысяч на канале. На данный момент, с чем я вас и себя и поздравляю, нас уже в нашем маленьком флористическом клубе 72 тысячи 18 человек. Что-то не растут подписчики. Не растут подписчики? Нет. Как не растут? Растут? Конечно растут, ну как же не растут. Мы же что-то делаем для этого, снимаем постоянно. Молодцы ребята, что подписываетесь. Не переставайте это делать. Наталья, шикарная пачка лимончеллы. Спасибо. Ух, это лимончелло. Ну, видите, кто-то лимончелло называет. Но там написано лимонад. Галина Кала. Мне тоже нравятся составы. Чудесные букеты. Ирина, вы чудо. Спасибо огромное. Марина Алексеева. Ребят, как считаете, французская роза это когда эквадорскую вывернули, и она стала французской? Или старинные французские сорта с множеством шипов и безумно ароматные? Ой, ну вообще, сейчас просто называется, на самом деле, это понятно, не французская роза, та, которую мы выворачиваем, это понятно, не как обычная эквадорская роза. А французская, как я тоже как-то читала, что ну, нету такого понятия французской розы, потому что ну, серьезно, были поставщики, у которых постоянно говорят, люди, народ, уймитесь, ну что вы вот все пишете, мне, пожалуйста, французскую розу. Ну, нету такого сорта французской розы, ну вот так вот. Кто-то, видите, кто-то ее называет садовой, вот как вы говорите, ароматная, супер. Она наверняка, когда выворачивают вот эту обычную розу, похожа на ту, которую вы говорите, сорт вот. Кустовая, что там, садов французский, да? Ну все, хватит. Нет такого сорта. Показывай. А мы так называем, вот так вот. Показывай так, свою красоту. И на этой приятной ноте. Вот мы сегодня показывали, подожди. Мы не заканчиваем, сегодня, все кстати, только вот начинается. У нас даже ситуация такая была, девушка пришла, и она обалдела от этой розы. То есть она говорит, боже, что за красота, я хочу эту розу. Я перед этим только недавно вывернула. А розу, еще раз повторяю, только свежую надо выворачивать, которая не отпитая. Ну вот. То есть на эту она бы и не обратила внимания. А это ее прям заворожило. Вот хочу ее. Ну вот видите. То есть эта роза Freedom, она пришла очень такая тоненькая, такая маленькие бутоны. Ну что с нее сделать? Ну вывернуть. Цены не алло, сейчас, короче, цены, да? Ну, она такая, да. Цены сейчас на розы выше, соответственно, гнездо Валентина, к праздникам. Соответственно, вот, смотрите, какая красота. Очень тоже красивая. Чего ты ржешь? Ты такая смешная.
Ладно, давай. Все, заканчивай. В общем, друзья, пишите комментарии. Хотя я еще долго буду их разгребать. Мы будем с вами на связи. Если все окей, если как бы Байден вирусы новые не запустит, то в скором времени мы с вами встретимся. Что за косяк? Ну, ты можешь показать нормально, презентовать ты букет? Станцуй как-то, я не знаю. Ну, не хочешь? Ну все, тогда всем пока. Никто не будет сегодня танцевать, кроме меня.